штуки сена, это уже зона. Где они? Надо будет церковь на 100 проверить. Блин, а была ночь, да? Красиво, красиво. Да сейчас солнце было. Ты церковь закрой. О, справа. Ну, собаки не дали пострелять. Мне тоже. Кто такой нехороший человек? Я бежал на 140, а прилетело где-то на 150. Да туз, понятно. Что, зону убивает? Да, я просто решил пойти проверить, зону убивает? Нет, но она убивает. Да, правда, убивает. Первый проходит. Ну, естественно. А там написано было, что зону убивает. Да. Да, надо просто большой. Инфо никто не прочитал. Да я не успел сразу запустить просто. Так она и после доступна. Нет, там карту забрали какие-то люди, не знаю. Так она доступна без карты. Куда ты его забрали? А. О, Хатап, Хатап сейчас здесь. Хатап из РПГ убьет Детузу? Не знаю, сейчас я убью его там в дерево. Поздно, поздно, там никого нет. Ну, по нему стрелял. Что это? Что это было? Это Хатап, с щитами? Хатап. Это что за дужение сейчас было? Перезарядки? АСПС. Ну-ка. Что-то сейчас было? Я не понял, он такое ощущение, что звуком мой это М136 стрелял. Да я просто с АС-50 там потом зарядил. Да тут еще живой при этом. После такого бы я пса связался. Да ты уж услышал эти звуки? Да, это что с чем-то? Я. А кто там это? Я вольнул того человека, который там по мне ГП шел. Ой, с РПГ шел. С РПГ шел? Ну это Хатам был. Он тебя сейчас вот. А его то есть ГПшки не задел, я понял. Ну, он в елку сидел. Я видел, в какой елке, откуда выстрел был, то я понял, ГПшки не убил. И он же звуки эти издавал, странно. А как он тут меня задел, я не понял. Сколько, а кто это сидел тут на этом? СМ-60. А хотя тебя не задело, тебя он СМ-16 убил. Ну как? Я убегал от него уже. Ну он по тебе стрелял, правда, с звуками дикими. Ужас. Броку, ну тоже открыл. Надеюсь, Бладер из зоны не вывалится. Да, надо это. Спидер красиво об зону ушатался, мне понравилось. Ну я большой плеер зона есть, взрывать нет. Взлетел, нет? Да. Я вся просто упал и все. Будет долго из зоны выбираться. Что он делает? Через полянку перебегает. Травку у меня нет.
Он что-то рисует, кажется. А что за прикол? Почему ООНовцы приходят и начинают выпиливать мирное население? Задать заметки читай. Не, понял то, что они пришли выпиливать ферму? Это потому, что нельзя использовать удобрения какие-то. Слишком много удобрений купили. Слишком много. Слишком много очень навоза, очень подозрительно. Самогон делали. Ну чё, это получается у них только минус один? Плохо. А кто здесь был такой умный тут? Минус два, минус два. А Бладри где-то уже подранился? Ну, без ног. Ну, я понял, а как? Он без сознанки валялся. Ну, это понятно, кто ему так помог. Не знаю, может, ёлка. Ага. Да, говорит моя. Спасибо. Что, следующий хатлайн или стадион? Сыграем, все? Наверное. Он ищет блока. А блок тоже не на своими. Нет, он-то знает, что я умер. Зачем он падает, когда он твой мет? Жмых, а ты как убился? Ну, поясняй. А, брок? Что? Как ты откинулся-то? Пулеметчик убил. Понял, тебя пулеметчик убил, я же туда зашивал по-дикому, я его убил даже. Но он меня убил, прикинь, пулеметчик. Я его убил, ты мне потом такое говоришь, да-да-да, потом начинаешь спрашивать, ты жив? Это уже просто того, как я убил этого пулеметчика. Блять, меня убил пулеметчик на 60, что ты хочешь? На 60 я убил раньше, чем ты сдох. А зачем Атон без звука ходит по цепке? Он кого-то ищет в ней? Ты дурачок, я тебе говорю, меня убил 60. Пулемет, звук, пулемет я знаю 60-го. Такой же, как 240-й. Вот, смотри за Антоном. У него в церкви лежит М60, который я вынес раньше, чем ты откинулся. У Антона было М60, понимаешь? Он залутал мой коллаж. Доволен? У Антона не было М60. У него есть у него М60. Есть. Не докажешь. На старте. Бля, сейчас я даже зайду, на каком слоте стоит, посмотрю. Да, он налутал его. Пацаны, он мне сейчас ничего не докажет. У меня на видео есть. Только так, но он этого не слышал. Вышел. Ой, Бладир. Не делай, это опрометчивый поступок. Все, поигран. Блудур запрыгал. Я помню это место, сколько там людей погибло-то. Зачем? Пытается машину спасали, помню. Ладно, я машину взял. Потом мы вдвоем там прыгали. А, он решил в горящую машину залезть, ну ладно. Идет. Ага. Погреться. У них не может быть один пулемет в стороне. Может быть еще два пулемета в стороне. Ты это не подумал? А ты не подумал, что бот убирается? Что убирается? Боты убираются. Убить или нет? Можешь ему золото. Блять, я тебе говорю, у меня убил пулемет. Где? Докажи. Блять, ты дебил? Где? 60. Давай спросим, где он меня все убил. Пулемет или один калаша? Давай спросим. 1М60 вижу. Все, видишь 1М60 на углу цепи? Давай спросим о том, чего он убил. Видишь 1М60 на углу цепи? Слышишь меня? Тварь, говорю. Ты докажи мне это. Погоди, Антон стреляет. Ну, понимаешь, если подлые твари, вы договоритесь и все. В чем проблема? Дебил, что ли? Подлые твари, да. За языком своим следи, там, полностью. Ну шо ты? Прекрати, я тебе говорю, админ, ты вообще не на своем настаиваешь и... Нет, ладно, если ты считаешь тварь оскорблением, ладно. Блядь, тогда меня убила М-ка? Я перепутал с пулеметом, что ли? Да. Этого не могло быть. Да туз, тебя же забанил. Ты какой-то глупенький, Витёс. Да, поиздевался над дурком, Паш. Чего? Да, над дурком поиздевался. Ты иди тут такой тупой. На нём жизнь поиздевал, что ты, не издевайся. Оооо, всё, брат, оскорбление. Спитер счёт не будет, да. А мне-то что, я чё сказал-то? Ничего обидного. А, всё. Брат, ну так чё, где ты? Ну, а то он там что, овтика, что ли, на инструре, что он так долго целится? Как? Куда он целится? Не знаю, что там. Ну вот, я смотрю, он что, через оптика какая-то у него увеличивающая, что он через нее смотрит. Он, наверное, думает, сейчас кто-нибудь там шевернется и по нему выстрелит. Саша, вы чё? Вот прям-то давай, даже с РПГ человеку под ноги попадаешь, он не умирает, проверено. С чего? С РПГшки.
Умирает еще так. Седьмой им нет. Ты что, на выкухле я так баловался? Я в седьмой от ПГшки человек прям под ноги стрельнул, он такой, и чё, вверх, у него вверх прицел затрался, он стал и побежал. А, это смотрю на каком расстоянии, если очень близко, то фуху. Метров 70. А, да. Ну там он правда в доме был. Ну ему прям под ноги прилетело. Паша, чё, когда будет ивент с СПГ? Не знаю. Больше месяца нет. Я забыл, он должен быть завтра, но... Я забыл, что он должен быть завтра. Ты их не оповестил, да? Нет, ну мы с ними договорились, что на завтра, но я ж нас никого не оповещал, вообще никак ничего. Ну у тебя есть целое воскресенье еще, чтобы оповестить, и половину вечера? Да это поздно уже. Ну ты что, половину этого вечера? Добавил Паша, он не хочет просто. Потому что ты вот, вот сидит тут. Кто? Кто тут пойдет? Никто. Спирит, я. Долг не пойдет. Долг, у тебя же есть арматура? Нет. Нет, нету. Ты не покупай, потому, не бери. Антон. Труха. Вы знаете, труха что, уже не вообще не появляется. Это полтора яль до беда, кто сломал, стоит 3000. Детус патруль, труха, че он не ходит на арматуре? Вот себе. Итак, давайте, они что, они должны... Лузы его сломать, давайте, убирайте, убирайте все. Пустой дом штурмуют, да. И умрут. Они его даже дровами закидали. Они такие, ого, враки на дым, кто же это был? Кидают гранату, когда че забегают по гранату и играют. Да-да-да. Я, кстати, труху-то самого не вижу, а вот я видел его пару раз, он бегал за это. Почему говорят, что вообще он и в пятницу бывает, и в субботу бывает на всех играх? Он либо заходит, смотри, занимает уже после того, как мы бежим, стартуемся. Я вот так не вижу. Не отсвечивает? Ну, на брифинг же, когда стартуешь, потом уже все не видно. О, закидывают, да внутрь закидывают. Они уже сами ранены. Прям по ноги себе кинул гранаты. Красиво. А, не, у меня ну прям по ноги упал. А, он да это накат... анимация. Нет, там он накатывал, выиграл, кинул. Ну я понял. Бладери может под такой шумок тихо подползти и всех расстрелять вообще. Ну, это пасты именно. Все, взять трактор, поехать к ним. Тю-тю. Да. Кота опять тоже какой-то оптика пользуется, не знаю. Что там у них за оптика на РПГ? Железная. Так, Антон, по-моему, что-то понял. Кочега тоже внутри лутает. Да где-то была эта паровозик Тома забущенная. Да сбить это много найти. Мне кажется, они что-то поняли, что в них фига никого нету. Наверное, за тем холмом брать. Или за этим. Да все, оставляйте тут дом, че вы здесь шарите? Вот за обыскать еще. А вдруг он за сеном, да? А вдруг он. Вот он в ящике, вот там в ящике смотрит. Контрапактный этот, блади. Как же так, никого в доме нет. Они даже не знают, что делать. Куда, они в хоронку пойдут. Они в хоронку пойдут. Уже спалил. Там Антон. Антон сказал, типа, не можешь в хоронку. На канал 200 переключился. Как ты переключился 200? И 200-го в обычной игровой. Антон сказал, можешь не в хоронке. Да РПГшка давай туда. Наслушал. О, он тебя, да. Он тебя послушал. Да. Не туда. Еще одну надо туда завалить. Мишень. Хотавший. Док, ты читер. Ч
Слушай, откуда он понял, смотри, туда смотрит. Кто, куда? Ну, в сторону. Ну, потому что пуск оттуда с РПГ был, это приблизительно. У кого чисто, давайте говорить. У всех. У всех. Только не признается. Да не, он с РПГ выстрелил, я бы так же повернулся абсолютно. Потому что оттуда прилетело, да прилетело. Его окружили, что он делал? Вот в елочку, кстати, это правильное решение. Блин, елочки. Ну зря он встал, ничего. Ему терпение нужно, да, терпение. Толк стреляет в землю. Нервы. Нервы, да? Воздух, Чечня, все. Там, может, там кустик показался подозрительно. Кочегар, кочегар. Да, там все побежали. Кочегар? Все, минус. Да, был минус. Га, его там в ёлке. Офигеть. Уходит за, зачем ты спиной уходишь? Бочину вилку просто воткнул тебе. Самым мягким местом вышел. А я когда бегу, я вижу его в ёлке стоящим. Прикосался. Ну, без ног, понимаешь, он человек без ног остался. 1-1, лол. Сейчас затащат. Всё. Хотал в бане всё надо. Да. Через дом, через дверь убил, да? Через ёлку. Вообще. Офигеть.